Один из фигурантов дела об убийстве журналистки «Новой газеты» Анны Политковской получил помилование. Бывший сотрудник УБОП МВД Сергей Хаджикурбанов был приговорен к 20 годам тюрьмы за соучастие в преступлении. Не отсидев половины срока, он отправился воевать в Украину, что подтвердил его адвокат. По его словам, Хаджикурбанов участвует в боевых действиях в качестве вольнонаемного военного на командной должности. Анну Политковскую застрелили в подъезде собственного дома 7 октября 2006 года. За 15 лет следствие так и не назвало имя заказчика убийства.